Хотелось бы что-то изменить в этом городе, в лучшую сторону. Людей. Ну, людей не изменить. Да, а что, люди, что ли, не очень? Да? Ага. Нет, это все Путин! Тихо, не надо! Тихо. Как вам еще город? Нравится ваш? Это не наш город. Это не ваш город? Ну, может быть, чтобы дороги лучше были. Ну, прям вот таких каких-то достопримечательностей у нас, к сожалению, нет. Великий актер Сухоруков. Нам еще за Севастополь ответите. Бандера. Здравствуйте, меня зовут Павел. И значит, вот мы опрашиваем граждан, как вот вам город вообще? Интересно, как сильно отличаются цены вообще на продукцию? Вот, например, в Москве гашиш можно купить за 800 рублей за 1 грамм. Короче, как ты думаешь, здоровый член, это хорошо? Ваши... Вот нам, кстати, уже второй человек попадается. Люди говорят, не очень, бля. А что-то нам попадались, наоборот, на позитиве. Да, он что-то тормозит. Вам всем привет, ребята. Короче, едем сейчас в город. Офигенный город такой, называется Орехово-Зуево. Ну, уже, конечно, там не все Орехово, но где-то местами из Зуево. Ну, посмотрим, что там берёмся, покажем. Здоровый образ жизни. Да, вот здоровый образ жизни. Я вот не пью, я пью там только чай теперь. 10 лет. Типа, проведем еще небольшой соцопросик у местных жителей. В общем-то, как город вообще нравится, там изменения в лучшую сторону, что они хотят увидеть в дальнейшем. Короче, цели наши туда. Визиты вообще какая туда? Зачем мы едем? Мы едем туда, чтобы чтобы поздравить, короче, нашу бабулю. Ей исполняется уже много лет. Да, и красивые места, смотри, какая природа, супер, да? Да. Вон там, короче, банки пива, вижу, валяются. Мангал чей-то стоит. Break it down. Ну все, народ, короче, мы уже наконец-то приехали, Орехово-Зуево. Всего лишь 1.5 часа от Москвы, всего лишь 100 километров, спасибо. И мы уже на месте. Час 51. Час 51, вот, четкие данные. Почти полтора. Во. А вот Орехово-Зуево, да, это, по-моему, делится город на две части, да? Большая и малая часть. Вот нам не подскажете, где здесь большая, где здесь малая? На станции. Это, по-моему, туда большая, да? Нет, здешняя. А вы не здешняя, да? Вот, мы, в общем-то, поднялись на мост в Орехово-Зуево. Один из старейших город текстильной промышленности, как у нас считается. Население около 120 тысяч. Во. Девчонки, подскажите, а вот большая и малая часть, это где вообще находится города? Ну, походу, вот это малая, это большая. Вы местные, да, получается? Да. Хотели бы что-то изменить в этом городе? Нет. Вам все нравится? Да, отлично. В этом городе. Вам нравится здесь жить? Чистоту. Чистота. Да, у вас здесь грязь. А у нас грязь. Прям неприятно. А где грязь? Приятно. Мы так вот невооруженным взглядом на первый взгляд не видим. На улицах. Что на это? Улице. Да, на улицах. Грязь. Это видишь, это грязь. Ну грязь это со временем. И никто это не убирает. Плохо убирает. За что убирают? В районах России. Жулики. В сторону Озерецкого плохо убирают. Центр как вообще сам? Центр тоже грязный. Грязновато, да? Да. Народ, короче, ну, в основном жалуется на то, что здесь город как бы немножко грязноватый. Ну, по крайней мере, мы это сразу не заметили. Ведь в каждом городе есть свои недостатки. А вот там мы видим как раз автовокзал. С того автовокзала мы направлялись на Москву. В этом... Да, пешочка, мне кажется, а есть вообще в этом городе какие-то достопримечательности, например? А, вы не отсюда, да, сам? А, здесь рядышком. Ну, что-то есть, Виктор, да? Виктор Сухоруков там на лавочке сидит, грубая, как бы он здесь жил. Виктор Сухоруков? Да, ну да, это да. Актер известный. Актер ну, известный. Понял. Это вон там, да? Можно с ним присесть, прям. Да прям недалеко здесь, рядышком. Мы идем в поисках памятника, вот там я уже вижу один памятник, это наверное, это погибшим воинам, наверное, скорее всего. Ну, вот такой это памятник, блин, что-то камера показывает не очень. Привет, девчонки! Скажите, пожалуйста, вот Орехово-Зуево, город, чем называется? Что есть вообще, какие достопримечательности в этом городе? Да, фабрика, все дела. Заряд. Фабрика текстильщики, да? Да. А сколько населения? Я не знаю, я не местная. Ну ладно, достопримечательность, куда сходить, посмотреть, что можно? Посмотреть? Да. Ну, здесь есть памятник Пушкину. Это далеко? В центре. Да. Это центр, да, считается вот это? Ну, центр чуть подальше. Можно. Ну, да. А вообще, хотелось бы что-то изменить в этом городе, в лучшую сторону? Людей. Ну, людей не изменить. Да, а что, люди, что ли, не очень? Когда тут ходишь, все время общаешься, видишь, какие-то. Да? Ага. Нет, это все Путин! Не надо! Добрый день, девушка. Скажите, пожалуйста, пару слов. А вот город Орехово-Зуево, чем называется вообще? Что здесь хорошего есть? Ну, вот
Во-первых, здесь очень есть, например, фабрика Морозов. Ну, архитектуры, которой больше нет нигде. Это в центре где-то, да, находится? Ага. Ну, чуть подальше, да. Короче, улица Кооперативная. Вот такие здания попадаются. Заходим во дворик. Дом, который на первый взгляд кажется, никто не живет. На самом деле там вроде даже и пластиковые окна стоят. Вот на четвертом этаже мы видим, да? А так в основном везде деревяшки. Наверное, дом под снос. Либо он ждет своей когда-то реконструкции. Что хотелось вообще в этом городе изменить бы? Ну, вы знаете, я на самом деле здесь не живу, я здесь учусь. А что здесь, университет какой-то? А, да, здесь. Педагогический? Да, педагогический. А, то я слышал, да. Это тоже университет педагогический. Понятно, единственный на весь город, да, получается? Да, на весь город и вообще по Подмосковью. Здесь какие движения, тут вообще, что-то интересного? Ну, вообще много очень кафе классных, ага. И вообще... Жизнь. Жизнь кипит. А люди? Приветливые? Люди приветливые, конечно. Ну, это зависит от людей. Я живу. Умеру. Ё-моё, я прямо даже испугался. Я думал, сейчас нас будут бить, возможно, ногами. Но самое интересное, знаешь, так что здесь хорошо, на самом деле. Но я же вижу, на самом деле, отношение есть к нам такое негатив. Андрей, самое интересное... Я пытаюсь все нормализовать, отношения или решить вопрос мирным путем. Так что покупаем пушки, уходим. Мы уже в столовую или кафе, минут, наверное, 20 ходим, нигде не... Где здесь номер один? То есть я, например, здесь не вижу. Выше класс. Номер один. Вот повара, честно скажу, у вас хороший. Ну, вы понимаете, вы получаете в лицо города. Вы должны встретить хотя бы, как говорится, туристов, хотя бы встретить, хотя бы должны по-человечески, хотя бы покушать, мы просто пришли к вам дальше. Пожалуйста, вам разве отказывают? Вот. Большое. Да, все, до свидания. Смотрим цены, снимаем. Я все думаю, что мы взять один? Взять просто борщ или взять этот комплекс? Короче, комплекс на обед берем, да и все. Я надеюсь, нам не плюнут на это блюдо. Вот мы взяли два борща, и нам это обошлось 200 рублей и два беляша. Да, это итог 168 рублей. Девчонки, здравствуйте, скажите пару слов. Как вам город вообще, вот Орехово-Зуево? Нравится? Да. Ну да, очень нравится. В целом неплохо, да. А вы сами отсюда, из этого города родились? Нет, мы приезжие. А, вот недавно здесь живете? Сколько лет? Да, мы студенты. А, студенты педагогического, да, вот, да, которые, да, здесь рядышком. Что вы вот хотели бы изменить в этом городе, Орехово-Зуево? Ну, может быть, чтобы дороги лучше были, детские площадки. Вы местные? А? Вы сами местные? Да. А вот что к туристу обыкновенным, как вот мы приехали, что посоветовали? Ну, вот таких каких-то достопримечательностей у нас, вот, к сожалению, нету. Ну ладно. Парк. Парк есть хороший, да? Реставрированный уже или как? Вот, что-то, да, собирались? Да, он, в общем, его достроили. Животные разные. А, пруд. Даже животные есть? Да, как типа мини-зоопарк, что ли? Как бы бесплатно, да, можно, вот, посмотреть белки, животные. О, даже белки прыгают? Да. Нифига себе, слушай, экология даже лучше, чем у нас в городе. Ладно, спасибо. Да. Вот вам шоколадка. Свидания. Здравствуйте, меня зовут Павел. И значит, вот мы опрашиваем граждан, как вот вам город вообще в целом? Вот я смотрю, у вас вот здесь небольшой лесок, красиво. Мне рассказали то, что здесь белочки прыгают там все и так далее. Красивый достаточно город, и люди здесь интересные, добрые. Вот. Что вы думаете об этом? У нас хороший. Что можете сказать вообще? А насчет предложения? Есть какие-то красивые места вообще? Что посоветуете посетить вот жителям, то есть туристам, наверное? Новый парк. Новый парк, это вот здесь вот, да, который памятник Ленина там стоит, смотрю. Нет, это... Стоит. И Ленин Великий нам путь указал. Вот, а вот здесь вот парк, какие-то карусели даже там виднеются. Ну, мы туда не пойдем сейчас. Ой, это... У нас есть парк вдоль Клязьмы. Парк Победы. А что там за дядька все сидит? Вот. Да, это Сухоруков. Вон, все, спасибо, девчонки, до свидания. Слушай, это Сухоруков, великий актер. Сухоруков. Ну, снимал фильмы отличные. Это, знаешь, «Брат 2». Помнишь? А, вы нам еще за Севастополь ответите. Короче, вот так вот, земляк. А, он земляк, оказывается, он сам с этого города, типа, да? Почетный гражданин, по-снимем. Обыкновенный турист, не знаю, куда пойти. ЦБ. Центральная больница, что ли? Да. А что там делать? Где? Центральная больница? Нет, я про... Да, бульвар. А, центральная... Мы просто вообще не ЦБ, я думал, уже Паша показался с лучшей стороны, уже ЦБ советует. Еще пару вопросов, смотрите. Мне вот интересно, как сильно отличаются цены вообще на продукцию? Вот, например, в Москве гашиш можно купить за 800 рублей за 1 грамм. Сколько здесь будет стоить гашиш, а не остальные? Я не понял. Вот это дает. Эти вопросы... Покупаете в основном как, через Телеграм или Петру? Может быть, через руки? И вам, ну, там, не советую. Так, правильно, что хотелось бы изменить? Или вообще уехать отсюда, раз навсегда? Да. Куда? В Москву? Разгонять таски. Ну да, город может быть чем-то лучше. Но есть свои достопримечательности по-любому в этом месте. Паш, не спрашивал случайно, как проехать нам до Кистильского района? А, да, здесь, короче, какой 16-й, 24-й, блядь, какой там сейчас? 16-й, 20-й, все нормально. Вам нравится город? Да. Ваш тебе любим? Больше, как ты, ну, думаешь, отлично. Здоровый член, это хорошо? Не, просто у меня 15 метров, и не каждый держит работу. А, нету турникета. Нет, турникета.
нет, это Москва. Ну, все, мы на заднее сиденье тогда прыгнем. Я на Паша. Так, влияйте, так, все, спокойствие. Как пусть, знаете. Не хватает немного движения в экономике, значит. Зарезку свалку надо закрыть. Приказываю. Ближайший срок. Судя по всему, вот этот река Клязьма. Это река Клязьма, да, вот это? Клязьма? Да. Клязьма. Набережная бы еще красивая бы. Было, цены бы не было этому месту. Кстати, Клязьма через нас проходит. Да, вот. Вот такие вот, собственно говоря, отзывчивые люди нам подсказали, как лучше выйти и приобрести, где лучше цветов. Сейчас мы будем искать, где цветы. Кто туда сказали, да, куда-то? Туда, да? Да. И вот, видите, отсюда видно. Вот. А, хорошо. Нравится город? Ну да, вполне нормально, там грязно. Грязно, да? То есть экология, в принципе, старается желать лучшего? Или грязно в плане то, что мусора много? Мусора много, и люди гадкие. Да ладно? Подожди. Вот нам, кстати, уже второй человек попадается, люди говорят, не очень, бля. А что-то нам попадались, наоборот, на позитиве. Как вот, говорится, в семье не без урода. Да-да, мне кажется, это потому, что мы видим то, что мы хотим видеть. Да, кстати, это тоже есть. Прям злые, может быть, от того, что просто экономически как-то не более благополучные семьи, там, допустим, работы нету, может быть, денег не хватает. Работы много? Работы есть вообще? А может, еб***ь хватает, как ты думаешь? Алекс Лесли выдвигался как президент, он говорил, у нас в стране депрессия, потому что нигде не хватает еб***ь. Ну, чисто, да, нормально. Ну, серьезно, да? Нормально, никто не трахается. Ладно, давайте всех работ на уме. Переведем разговор теперь на другую тему. Отстрелялся полторы минуты, и все, и пиздец, и лег спать, короче. Потому что первый раз все. Она, может быть, не особо горячая, самка. Да пиздец. То есть есть такие дамы, которые любят секс, а есть, которые не очень любят, понимаешь? Я вот понимаю, блядь. Но вот одна вот единственная у меня была, вот Коля. Ты бреешь, что ли? Ага. Вот она была дикая, пиздец. А это я хуй. Которая, ну, как нимфоманка такая, как бы, да? Да, да. Ну что, короче, находимся здесь, в общем-то, улица Бирюкова, да, по-моему? Какая? Смотрите, народ, инфраструктура развивается. Трактора снег убирают. Что, собственно говоря, нам сказали, что очень много грязи везде, на каждом шагу. Но мы видим, что на самом деле тут, в принципе, где-то даже убирают. Неплохо, да, Павел? Да, кстати, ремонт вот делают здание. Видно, геноцвали. То, что здание достаточно... Геноцвали, да, кафе? Да. Кстати, видно то, что здание уже старое. И они вот, видно то, что они меняют все, ремонтируют. Снег здесь прям реально, то есть движение перекрывают, убирают снег здесь все. Да, то есть вот до этого не задавили трактором, допустим. Ну, четко, все организовано. Ладно, короче, я тебя понял, что, как говорится, нам хочется разнообразия. Дикого, чтобы все было по кайфу. Хочется не разнообразия, хочется инициативы. О, мне ну что мы видим? Город как город. Обычный провинциальный городишко. Вот, ребята, мы пришли вовремя. Иваново, дом 5. Нам надо найти немножко другой, но у меня зазвонил телефон. О, дядя Витя. Алло? Да, Вить. Да мы уже все, вот уже подходим к дому. Сейчас просто не можем никак сориентироваться, где. Вот, уже, кажется, нашли. Заходим. О, привет, бабушка. Привет. А, вот, еще забыл. С днем рождения. Шоколадочку. Счастье, здоровье, самое главное. Это моя подруга. Все, ладно, переодеваемся, народ. Ой, какой цветок. О, наконец-то, хоть это, встретимся, хоть чайку попьем. Скажи, Паш, пару слов для бабушки. Ну я снимаю, да. Собственно, жизнь – череда правильных, неправильных выборов, переживаний и так далее. И главное – каждый день не думать о плохом. Я считаю, что лучше всего думать о хорошем, потому что плохое в данном случае будет проходить мимо. Собственно, прекрасного человека. Быть героем, просто отцом-героем. Надо сейчас все сделать себе, будущее. Я вот стараюсь сейчас будущее сделать, и потом дети побольше. Просто дать жизни все? Да. А где ты живешь? Ну, в Мытищах. Мытищ? От Москвы, короче, 15 минут ездили. Ну, Мытищ я знаю, что я Мытищ не знаю. Столица грязи. Бабушка знает лучше тебя там, кстати, все. Да. Это она там во Фрязино жила свое одно время, к нему ездили. Монина я жила. А, Монина. А, Монина, я знаю. Это вода. Это плохая вода. Она думает, это вода. Ну как, она хорошая, конечно, вода, но пока нельзя. Нет. Стесняшка. Янусик. Скажи что-нибудь. Я такой умный парень. Чего ты мать не воспитаешь свою? Бандитский город. Орехово, да, кстати, я слышал много криминалов здесь. Ну, это, может быть, как говорится, с кем поведешься. Люди разные. Все. Знаешь, будем конкурентами. Знаешь, внучек, как меня надули? Да? Пошла я парикмахерскую. Обалденный город. А есть какие-то претензии, допустим, что бы хотелось изменить в лучшую сторону? Ничего. Все нравится? Да. А что хотелось бы вообще в этом городе поменять, допустим? А все нравится в этом городе?
Кстати, вот это вот место напоминает немного Ивантеевку. Ну да, 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 кстати, я согласен с тобой. Вот эта китайская стена тоже мне напомнила, кстати, город Ивантеевку чем-то. Так, ну а, короче, до вокзала еще пройтись немножко осталось, я думаю. Ну вот и у нас эта речушка протекает, получается, в Пушкинском районе. Там есть даже платформа, глядя. Здесь Ашан, походу, не пришло. Здание тоже попадается нам, да? Такая, можно сказать, старая архитектура, уже обшарпанная очень, виднеется слева. Это у нас проезд юбилейный. Вот такой вот оно. Вот этот дом, по-моему, здесь и на первый взгляд кажется, как будто никто не живет. Но на самом деле, смотрим, там окошечки такие, даже занавесочки. Наверное, живут люди. Вот такие здания попадаются. Вот там вот также виднеется такое здание. Состояние. Здесь вообще деревянный домик у нас, да? Так, ну мы вот кооператив нашли, вот этот ремонт сотовых телефонов. Сейчас зайдем, узнаем, что почем. Есть ремонтный центр, очень, кстати, хороший. Адрес не могу сказать, или все быстро, сделали скидочку. Сделали за 40 минут, мне поменяли динамик на телефоне, сейчас все работает. За 600 рублей? За 600 рублей всего, да. То есть везде, где я не спрашивал, 800-1000. Окей. А вот... Все, в общем-то, покидаем мы этот город. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До скорого.